Ребяточки, всем здрасте, всем привет, привет на канале, расскажи. Блин, Вовчик, как всегда, просил, говорю, вызови такси. Нет, тянь до последнего. Уже опаздываем. Ты сидишь в туалете по полчаса? Ты, да. Угу. Как всегда, блин, вот как всегда, по-другому не можно. Всегда опаздываю. Хотя, с другой стороны, начальство не опаздывает, начальство задерживается. Ладно, все, моеть. Ой, блин, боюсь, последний укол. Он важный самый. Одела, как всегда, свои шорты, майку. Готов. Готов. Поехал на укол. Держи тебя. Да чего там? А то за 7 минут, блин, я не успею одеться. Уже, блин, 5. 5. Поехали. Угу. Двойной эффект релаксации. Да. Как на курорте. Как, у вас сейчас много пациентов-то? Да. Перед Новым годом-то? Все лечатся? И на плазму, и лечатся. Да, вообще из других приходят к нам в кабинет. Видимо, очень мало. И нет, и не во многих. Да практически нет ни у кого физио. Я вообще с мужем спорила насчет физиотерапии. Говорю, что вот это вот физические явления, а он говорит, нет, это физнагрузки. Насчет физиотерапии спорила, говорю, с мужем. Вот, что он сказал? Ну, он говорит, что вот это вот физические процедуры, то есть зарядка и прочее, это тоже к этому относится. Я говорю, что нет. Кто прав? То есть это вот токи, магниты, да? Да, да, это все от природы, это все природное содержание, только это все... усовершенствовали так, как нужно, а то и раньше вообще вот так вот историю там читать, и раньше магнитами пользовались, просто вот магнитами пользовались, без всякого электричества, еще в древности. А электрофорез вообще очень давно, уже лет 150 существует, лучше ничего не придумали. То есть вот эти физические нагрузки, так сказать, они не относятся, да, к этому? Физические нагрузки – это лечебная физкультура. А, физкультура, да? То есть это не относится к физиопроцедурам? Нет, конечно. Физиотерапия – это лечение природными свойствами. А физические нагрузки – это лечебная физкультура, это валеология, занятия на различных медицинских устройствах, ну, тот же массаж, это
Но он просто прицепился к слову физио. Нет, И никаких, все. нет. Ничего не привел. Мы прям спорили. Да если он... Но я ему тыкаю и тыкаю, он говорит, нет, нет. Нет. Но он никогда не сталкивался с этим, вот, как И не говорится. задумывался на Ну никогда. да. Много всяких слов, которые в медицине, которые вообще никто не знает. И И путают значения. не пользуются этими терминами. Это может даже хорошо, когда тебе это не касается, когда ты Да. здоров. А когда тебе это коснется, уже все изучишь. Что и как, к сожалению. Чтобы у вас это не касалось. Как можно дальше. Вот открыла книжку, у меня есть очень хорошая книжка. Мне давно-давно подарили. Это физические факторы. Это магнитные поля, дециметровые волны. То есть это вот такого плана. Все, будем изучать. Физические факторы. Из физики. А физическая нагрузка из другого совсем. Физио, физика разная. Кто-нибудь издал? Нет. Ой, только что там Мясников говорит. Я говорю, нет, ни таких книг не надо. Что там Мясников говорит каждый день. Или еще это. Малышева. Мало что расскажет, да. Вообще. Слышала фразу прикольную вон на радио. Если ваша жена умеет готовить, но не готовит, это намного лучше, чем то, когда ваша жена готовит, но не умеет готовить. Так что вот, я умею готовить, но не готовлю. Вообще ленивая. Пришли, короче, с парнем кое-что прикупить. Можно, мне только до момента взятия крови можно. Нельзя было. А после момента взятия крови. Может, я говорю, селедки хочу. Картошки, селедки. Мне все можно. Отстань, мне все можно. Вот ходит, гулять не пустил на Покровку. Вообще. Там свой рис. Мороженое возьмем? Ням-ням-ням-ням-ням. Вот это, кстати, вкусное. Давай. Вот это возьмем. О, какое-то новое прикольное. Мадагаскарская ваниль. Ну, вот это, по 89 дорого прям получается. Так, что у нас тут еще? Мовенпик. Мовенпик дороговато вообще. 419. Есть. Очередное повышение цен на яйца. О, видите, категория СВ 159. Были 119 вчера. А сейчас вообще нет. Есть по 119. Все 129, самые дешевые. Пару дней назад были. Так, смотрите, как цены быстро выросли. Вот С1 даже, 129, вообще жесть. Да, он кто-то пытался, видать, яйцо вынести. Так. В общем, цены растут на глазах прямо. Да. Рыбки хочу. Хороший человек мне все запрещает. Ничего не дает. Это не дает, то не дает. Блин, все жду вот акцию. А нету акции, нифига. Здесь хорошие такие прокладки ежедневные. Я вам заказала на Уайлдберрис, а прикиньте, там задержка 5 дней уже. У меня задержка 5 дней. На Уайлдберрис. Вот так вот. Реально, что-то не знаю. Что-то не доходит, нифига себе. Грусть, печаль, тоска.
Вот из-за этой задержки в 5 дней, к сожалению, не могу ничего приобрести. Я там заказала себе лифчик новый, там это. Нифига. Никак не дойдет. 5 дней задержка, прикиньте. Все, задерживается, задерживается. Сейчас пойдем посмотрим, может быть, все-таки привезли еще. Все, закупились. Сейчас домой пойдем. Ну что, Wildberries вроде как написал, что, в принципе, там какие-то можно товары забирать. Но там уже, как его, что написано, что товары еще как бы не подтверждены, что они пришли, но уже какие-то можно забирать. Мне прикольно понравилось. Не, ну вообще, прикиньте, задержка 5 дней вообще. Я даже не знаю, куда что писать, куда что звонить, придут, не придут. Нормально так, да, задержка по 5 дней? Помнишь твоя... Я вообще не пользуюсь ими. Где-то быстрее приходит. Помнишь твоя это? Как я? Приходила тоже. Гайки. Да. Сколько они там, задержка-то была? 2 недели шли. Вместо 10 дней. Прикиньте, они пишут одно, а по факту. У них ой, нету, ой, то. А еще, помнишь, когда мы говорили, из электростали, когда вот они идут, какие-то заказы, там что-то очень долго. Сейчас ходим. Не, причем, знаете... В складе у них это часто эти, потому что... Причем там уже статус стоит, что разгрузка водителям на ПВЗ. И вот эта вот разгрузка уже третий день. Там специалистов, блин, отправляют на родину. У них там этих специалистов вагонами отсылают. Каждый день облавы делают. Короче, да. Там жесть. Сейчас пойдем добиваться, где наши закупки, покупки. Я говорю, отказаться, чтобы никто не пользовался. Пожалуйста, у тебя есть это Озон, у тебя есть Marketplace. Все. Правильно. Он говорит, вот так вот закажешь подарок какой-нибудь к Новому году. И все. Я вот себе лифчик красивый заказала. К Новому году подарок. Я не могу получить. 5-й день. Вот так вот. Просто достали уже. Даже подарки нельзя забрать. Не знаю, что у них там за проблемы такие. Фиг заберешь. Вот как мне врач ты говорил, да, вот по вот этим бурьянам ползать-то не очень мне полезно. А видите, что у нас каша какая творится. Ужас. Так вот, ходить-то как расхаживаться. След в след идем. Спасибо. Идем вслед вслед с вагоном. Это он меня бережет. В этом плане он меня бережет, конечно. Вот, оказывается, все есть. Прикиньте, все пришло. Вот и лифчик, и все, что я заказывала. И проклятки мои пришли. Вот. А она как сказала? Получается, у них подлагивает, да? То есть у них как-то как подлагивает. То есть у них не обновляется статус, что готов, соответственно, к выдаче. То есть посылки-то они уже тут, получается. А в статусе все равно они не отображаются. Там типа как разгрузка, ПВЗ. Я говорю, 5-й день уже это все творится, фигня. Вот. И, кстати, девчонка мне понравилась, как сказала. Говорит, а я смотрю, что-то в последнее время мало людей приходит. Походу все ждут это, когда этот статус обновится. А никто не приходит, все ждут. У всех там написано «задерживается». Кстати, задержка 5 дней. Вот. Нормально. А оно, получается, здесь уже 5 дней валяется. Просто так. А вот так будет валяться, там 2 недели пройдет. И что, у меня платный отказ 100 рублей. Нормально. Устроились. Вообще, да. Сейчас домой приду, лифчик подарю. Новый красивый. Да. Вот так и обманываю. Не говори-ка. Классно. В коробочке вышел. Только мне, знаешь, что не понравилось, что коробочка как-то... Владельца данного этого сервиса, блин, самая богатая баба в России, блин. Да? В мире даже. Да. По версии журнала Forbes. А обновить свой сервер для нужды, чтобы еще больше было, ей нет. Ну, она прям девчонка признала, что лагает у них вот эта система. Да, сервер висит, он, блин, не справляется. Поток большой этих покупок. А, блин, возможно, твои гайки древние. Также они были. Гайки не из-за этого. Это там была это, блин, облава. Ну понятно. Короче, вот, прикиньте. Дали. Все, я поняла. Все, слава богу, все получили. Все хорошо. Это за себе подарочек к Новому году. Заказала. Сексуальный. Сейчас мы приду в мерть. Кашечку купили. Ладно, все, люблю, всех целую, всем хорошее настроение. Слава богу, все разрешилось.
пожар. Вот, и все будет хорошо. И замечательно. Любим, целуемся, пока-пока.